день рождения республики – это день рождения каждого ее жителя. Это ощущение праздника в душе, и это способ заглянуть в будущее. Будущее у этой республики, несомненно, оптимистичное, потому что энергичный очень народ, очень доброжелательный, очень трудолюбивый и очень как-то сосредоточенно спокойный, который не распыляется на какие-то конфликты, интриги и прочее. Все делают свое дело.